Главное бутылку отпустить вовремя. О, есть карасик, есть карасик. Друзья, всем привет. Я снова выехал на рыбалку. Сегодня буду ловить карася на бутылке, ловить буду с лодки. Вот я уже загрузил все свои шмотки. В общем, стою уже на месте. Кашу сварил. Там пшено, горох, перловка. Сварил, вот буквально минут 10 покипело и выключил. В общем, она там пропарилась немного, и, в общем, буду кормить вот такой вот прикормкой сегодня. Добавлю магазинную немного туда, может, пакет. И, в общем-то, буду кормить точку и туда сразу же кидать бутылку. Вот моя каша. Замешаю в большом ведре. Добавлю. В прошлой рыбалке у меня оставалось пол пакета. Так, здесь у нас карп, карась. Добавлю еще такую же. Еще пол пакета, наверное. Так, все это дело сейчас перемешаем. Добавлю манку еще. Здесь у меня есть жмых. Открыл кукурузу. Прикормку у нас надо чуть-чуть увлажнить, поэтому добавлю сок от кукурузы. Вот все вот так вывалю. И немножко оставлю для насадки. Вот такая вот классная прикормка получилась. Так, ну что, друзья, поставлю жмых. Вот это старое еще со старой рыбалки. Он даже не растворился. Поставлю на один крючок пенопласт. На другой насажу червей. Время уже темнеет, нужно поторопиться, чтобы поставить, успеть. Сколько у меня? 8 бутылок, по-моему. Так, давайте воткнем крючки. Так, один крючок. Ну ладно. Так, вот граница зелени. И вот зелень. Давайте я кину прямо вот здесь вот. Так, о, глубина здесь где-то 1,5 метра. У меня все... Все бутылки где-то сделаны под 2 метра. Так, сразу же закормлю точку. Ну что, погнали дальше. Думаю, сейчас поставим штучки 3-4 вот здесь вот. Так, вместо грузика здесь поставлю кормушку. Я думаю, грузиков у меня не хватит, наверное. Ага, вот ровно 2 метра. Кормушку не забивал, так как я все равно буду прикармливать. Так, все, закидываем. Главное, чтобы тут у нас ничего не запуталось. Глубина у нас здесь примерно так же, почти 2 метра. Вот так вот закормили. И все. Едем дальше. Друзья, поставил 8 бутылок возле берега. Там глубина 2 метра. Я решил проверить глубину посередине озера. Сейчас вот нахожусь посередине озера. А глубина здесь 6,5 метров я нашел. Это самое максимальное, то, что я нашел. И так как сейчас очень тепло, и, возможно, рыба будет стоять на глубине. Поэтому вот решил здесь закормить сейчас. Поставил здесь вот бутылку. Будет мне маяком. Сейчас возле бутылки закормлю, где-то в 2 метрах, наверное, чтобы завтра прийти сюда и попробовать половить на поплавок.
Друзья, время 6 утра, солнце уже высоко. Посидел на поплавок утром, в общем, поклевок не было, сплавал до середины. Посидел там чуть-чуть, тоже тишина. В общем, сейчас плыву обратно и буду смотреть бутылки. Друзья, похоже, сидит. Бутылка немного дергается. Сейчас проверим ее. Ну, остальные пока молчат. Есть карасик, есть карасик. О, хороший. Хороший карасик. О, попёр, попёр, обалдеть. Стой, 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 стой. Обалдеть. Главное бутылку отпустить вовремя. Здоровяк. Вот он, вот он, вот он, вот он, вот он. А, стой, стой, стой. Хорошо видно на солнце. Надеюсь, вам тоже хорошо видно. Он поднимается, поднимается. Стой, стой, стой. Устал уже, устал. Ай. Мимо. О, есть. Есть, чуть не выскочил. Вот он, друзья. Вот такой красавец. О, вот. За нижнюю губу вот сбоку вот держался. Вот здесь вот поранился. Возможно, и крючок-то там сидел, а потом выскочил. О. Сколько он времени сидит, интересно. Я до центра сейчас, он сплавал. Поклевок не было. Вот, приплыл и увидел, что вот дергается бутылка. Фух, друзья, вот такой карасик попался. Обалдеть просто. Здоровяк. Ну, грамм 500, наверное, 600. Ну, 500 точно есть, возможно, даже 600 есть.
Вот такой вот красавец, друзья. Это первая бутылка, которую я вот смотрел сейчас, подплывала, и прямо вижу, она дергается. Сейчас я остальные тоже проверю, возможно, тоже есть поклевка, может, была, и просто нет сигнализации. Может, рыба сидит в траве? Сейчас посмотрим, погнали. Так, тут пусто. Все в траве. Так, тут у меня был жмых. Так, червя не осталось. Здесь у меня, наверное, опарыш был. Так, тут тоже пусто. Так, здесь кормушка тяжелая. А крючок пустой. Так, тоже пусто. Самое главное, что везде крючки пустые. Друзья, время уже 8 часов. Собрал я уже все бутылки. Очень уже жарко. Сидеть вообще невозможно, поэтому я решил собраться. Удалось мне сегодня поймать одного карася. Причем такого хорошего. Грамм, наверное, на 600. Сейчас я его взвешу и посмотрим. грамм. Вот такой вот красавец, друзья. О, вот это карасик. Красавец просто, посмотрите. Порадовал меня сегодня. К сожалению, на поплавок поклевок не было. Очень хотелось плавить именно вот на поплавок. Поклевки были только на бутылки, несколько бутылок были с голыми крючками, были поклевки, видимо, объели и посечки не было. И вот на одну бутылку попался вот такой вот замечательный карась на 650 грамм. Порадовал меня, такой резвый, прям бутылку вот прям утаскивал. Несколько раз приходилось отпускать леску, прям вот адреналинчик такой, я вот прям боялся, что он уйдет, потому что он такой прям резво так дергал. Ну ничего, попался. Ну что, друзья, на этом все, моя рыбалка заканчивается. Кому понравилось видео, ставьте палец вверх, подписывайтесь на наш канал. И до новых встреч, всем пока!